Мани матакармани. Ма короту коротува. Хитаяна аста сарбастха. Хитаяна аста сарбастха. Муктева уттамашаяха. Муктева уттамашаяха. Уттамашаяха. Знаете, уттамашая, если she was best mind. Кто такого лучшего? It is with a man of knowledge. Человек знания. For a man of knowledge, samadhi atakarmani. Either meditation or other activities. Для человека знания, медитация или другая деятельность. Ма короту кору, whether he does it or not. Занимается он ей или нет. Видена аста сарвастха. In his heart. В его сердце. Is all desire has been gone. Из его сердца все желания ушли. Шарбаста мин шарба аста джаша шарбаста. Вот attachment. Аста мин фейт. Чья вера? Here it is. Attachment. Привязанность иметь люди. Аста шарбаста. All attachment has been given out. Аста. Все привязанности избраны. In his heart all has gone. All desire or attachment has gone. Все желания или привязанности ушли. He is definitely attained freedom, free. Он воистину достиг свободы. Мукто эво. He is retired. Does samadhi or does any other activity. Он достиг освобождения, занимается он самадхи или другой деятельностью или нет. Because from his heart all attachment has gone. Потому что всякие привязанности ушли из его сердца. So he is free. Он свободен. He is a great Mahatma. Уттамашая. Вы все Махашая. Махашая means Махатма. Он Махатма. So that Махатма, it is also important. Because if Vivekananda is the knower of Brahman. Это важно, потому что если Vivekananda, познавший Брахмана, then how he could do all types of activity, this planning, teaching in the West, then planning. Как он мог заниматься деятельностью, учить на Западе, планировать что-то? Creating organization. Создавать организацию. Full of activity. Много деятельности. He has no any personal desire. Личных желаний у него не было. He was time to time telling, I was very much interested in going to Himalayas and merged in Samadhi. Он много раз говорил, что он хотел поехать в Гималайю и углубиться в Самадхи. It's nothing of this world has any interest. Ничего в мире его не интересовало. But he was called for some purpose. Но он был призван какой-то целью. This lady, this mother Kali. Он говорил, эта женщина, мать Кали. She will never allow me to take rest. Никогда не даст мне покоя. So he was doing all activity according to the desire of mother Kali.
И он занимался всякой деятельностью по желанию матери Кали. Я одно подсознание. Личного интереса не было. Все. This loco is describing this. Это шлока объясняет такую ситуацию. He entered into samadhi. Or do any type of activity, or does not do, whatever he likes. Уходит он в самадхи, занимается деятельностью или не занимается ничем. Because in his heart he is free from all types of attachment. Из-за того, что в сердце своем он свободен от всякой привязанности. So, definitely he attained freedom. Он определенно достиг освобождения. Yes. Understood? Душкармана мата шакта. То шакта стыну кармабихи. Ну а самадхана джапьябьям. Яшча нирвасана манаха. So, whose mind has become free for any desire, nirvasana. Тот, чей ум освободен от всех желаний. You see, nirvasana. Насти Вашана Леща, Сани Вашана. So whose mind is free from any desire? Чей ум свободен от всех желаний. He has no purpose to remain free from activity. Для него нет смысла оставаться свободным от деятельности. Not a short though. He has no purpose of staying in without activity. Нет смысла оставаться в бездеятельности. То что отдохнуть на корму би, но also in activity also he has no purpose. В деятельности у него тоже нет смысла. Because he has no desire at all. Потому что у него нет желания. So, no samadhana japyat bhaṁ. Also, samadhana japyat bhaṁ, kakvi pade. Четвертый. Как? Может, двойственный? Может, двойственный? Нет, двойственный. Двойственный, обязательно, бхам, какой падеж? Их там много. Падеж, говорите? Может, пятый. Не знаю. Ничего не получите. Знак нужно получить, тогда понимаете. Но нашкармено же шор тости. Какой падеж нашкармено? Орто, папа, что значит? Уно байно прайджана тащо, третий. Прайджана, прайджана мис нужда, орто мис нужда. Другая третья. То карму бхи, но я шо орто, карму бхи какой падеж? Третий падеж. Тогда ноль. Самадхана джапьят бхаṁ то шарто асти. Какой падеж? Тут же третий. Понимаете? Так знак нужно получить. Если кармави на арто асти, нашкармена на арто асти, тогда самадхана джапьят бхаṁ also. А что такое джапабьям? Самадхама и джапабьям, это что такое? Третий падеж поняли? Это поняли. Поняли? Да, третий двойственный, да. Как перевести два слова? Самадхана, самадхи. Одинака. Пульбак. Гада. А пульбак, гада, тукки. Самадхи.
Сампудбак, апудбак, дхадатту, анат, самадхану. Одинаково. Самадхану means meditation. Or jatpya. Jatpya means which is done by mantra. Значит, джапонуштан. Джапонуштан, джапотапо. Это джатпя. Джатпа говорит, джапа, джатпа. Джатпа means this. Джапонуштана. That is performance of japa. Нет смысла совершать медитацию, повторять мантры, джапу делать. So, also he has no need. Нет нужды. Понимаете? Такой состояние, если получите вас. He has no purpose of staying idle. Нет нужды бездействовать. He has no purpose of doing anything. Нет даже нужды действовать. He has no need for samadhi or japa. Нет нужды в самадхи или джапе. You see, Гупале Ма, знаете, Мадар Спутник, Гупал Смадар. Путница матери Гопала Ма. By japa only, she attained Sri Krishna Gopala. За счет джапы достигла Шри Кришны. Now, when it is very clear, and also she sees Gopala in Ramakrishna also. И видела Гопалу в Рамакришне. One day he asked, однажды спросила Рамакришну. Рамакришна. Гопала, сейчас я то все получил, то нужно получить, все получил. Shall I need to do any japa? Гопала, сейчас я уже все, что нужно, получила. Нужно мне заниматься джапой Гопала? No, you do not need to do any japa anymore. Нет, тебе нет нужды заниматься джапой. Well, then what shall I do with my Rudraksha bead? Так что мне делать с моими ручетками? Then Ramakrishna told, you see, you can throw it in the water of Ganga. Ты можешь выбросить в Гангу. And if you like to do japa, а если хочешь делать джапу, you can do japa for others. Можешь ради других делать джапу. Others will be benefited by your japa. Другим принесет пользу твоя джапа. Somebody will come and salute her. She can bless. Immediately you'll get that result of japa. Кто-то придет, приветствует ее, она благословит и немедленно передаст ему результат этой джапы. So, then she told, all right, then let me do. Хорошо, тогда буду делать. So you see, it is a state where whatever you do or what you do not do, that does not matter at all. Это состояние, в котором делаешь то или не делаешь, вообще не важно. Your avidya maya has gone completely from the mind. Твоя видья майя полностью ушла из ума. Never to return. Никогда не вернется. Once by knowledge it has been destroyed, it can never come. Как только знание разрушит ее, она больше не вернется. So, according to Prarabdha, he does something. В соответствии с Прарабдой, он что-то делает. That may be seated, not doing anything, or doing meditation, everything. He has no purpose. Он может ничего не делать, он может медитировать, он может что-то делать, все это бесцельно. It is like that. If you turn a wheel for some time. Это как будто ты раскрутил колесо. And leave it. Оставил его. Immediately it will not stop. Оно немедленно не останавливается, будет продолжать. For some time it will go. This man has such position. И человек в таком положении.
This body may move, mind may move for some time. Тело может двигаться, ум двигаться какое-то время по прарабдха карме. But he knows he is not doing. Но он знает, что сам он ничего не делает. So, атма санга. Атма санга. Тото нат. Сат индра джалам химайкам. Ити ачан, ити ачан чала нините. Куто манаси васана. So, атма санга. Атма is without any attachment. Атма не привязан. Тото нат. Тото какой падеш? So, other thing than that, остальное? Sat. Maybe possible to stay like Indrajala, created from Maya. Может оставаться, как создание Майи. Indrajala is nice. Знаешь, Индраджала? Нет, не знаю. Мэджик, мэджик. Магия. Мэджик. Магия, волшебство. Как Индраджала, means that is the net of Indra. Сеть Индра. So, Атма is non-attached. Атман не привязан. And all other things, Тото Иннат. All other things from that. Все остальное. All are possible to exist like magic created by Maya. Как магия Майи. Ити ачанчала нините. Манаси. Ити ачанчала нините манаси. Какой падеж нините? Очанчала нините манаши. Какой падеж? Седьмой. Очень хорошо. So, if in the mind, если в уме, decided steadily, твердо решено, очанчала means steady, твердо, а не ни то, decided, решено, in the mind where these two things are steadily decided. Если в уме эти две вещи твердо решены, атма санга, this is one. Атма is not attached to anything. То есть что атма не привязан. And this world, or whatever exists, all are magic created by Maya. А этот мир, все существующее, есть Майя, магия Майи. These two things when steadily ascertained in the mind. Если эти две вещи утвердились в уме, then куто вашана. Куто, знаете? Откуда? Откуда вашана? Desire, how can it come? Откуда может появиться желание? All these are illusion, you can see. And his Atma is not attached to anything. Все, что он видит, иллюзия. Атма его ни к чему не привязан. Then desire, how it comes? Откуда может желание быть? Рамакришна told, O Hridaya, if this world is real, О Хридай, если этот мир реален, I can cover your Kamar Pukur by gold.
Я мог бы комар-пукур твой золотом покрыть, озолотить. It is not just a hyperbole. Рамакришна had that power. У Рамакришны была такая сила. Аштасиддхи was there. If he wanted to make the whole Kamarpukur covered with gold, he could do. 8 ситх у него было, и если бы он захотел, мог бы Kamarpukur озолотить. But if all is not real, then what is the use of doing this? Но если мир нереален, какой смысл это делать? All right, Swamiji, if world is not real, then all the suffering of people is also not real. What is the use of this ministration and caring about people? Если мир нереален, все несчастные тоже нереальны, бедные, тогда какой смысл заботиться о них? Are samsam dilaya. The story is there. He told, are, unko aankh se dekho. Somebody's wife was very ugly. У кого-то жена была очень безобразная. Then somebody was telling, how could you fall in love with such an ugly lady? И спрашивается, как ты мог влюбиться в такую безобразную женщину? Usko aankhon se dekho na, see from his eyes. Ответ through такой, his eyes. Смотри через его глаза, смотри его глазами. So here also. From your point, all are maya, suffering and everything, right? Здесь тоже, с твоей точки зрения, все майя, все страдания и так далее. But see, from his standpoint, he is suffering so much, because... Но посмотри с его точки зрения. Short of this knowledge. Он страдает, потому что у него нет этого знания. The only thing is that, if I can transport the knowledge to him, единственное, что, чем можно помочь, это передать ему это знание. Then he will be free from suffering. Тогда он освободится от страданий. So from his eyes you have to see. He was seeing all maya, all right. Но также и с Kamarpukuram и золотом. Swamiji. Same thing with Kamarpukur and gold. Put in their position. Poor people and give them gold, cover, Kamarpukur with gold. You see, he knows that it is not real, there is no need of. And if you say they need, he sees that undeserving people, if they get gold, they will be beaten by all the caste together from all sides and beat them and take away all these things. Он ставит себя на место этих несчастных людей и понимает, что если они получат золото, то их уничтожат всякие разбойники и негодяи. Они еще больше страдают. Вообще Рамакришна только карму не шел. Solve their problem. Это не решение их проблем. That's why simply knowledge nobody can steal. А знания никто не может украсть. Knowledge should be given. Нужно давать знания. Now. Нинито, грамматика можно говорить. Говорите. Нинита то седьмой падеж говорили. Седьмой, да. То говорите нинита в грамматика. Ну, ни, приставка, михир. Ни корень, кта. Да. И все. Ниная. Ниная means coming into decision. Принимать решение. А сиддханта, так и конклюшн. Эвам насти пасангу опи. Эвам насти пасангу опи. Уто еще
Прошанья нам. Прошанья ща, ща, тащи его. Санкета, ты прошанья нам. Прошанга, meaning a nice. Запрет? Запрет, да? Да, я поняла. Ну, я не уверена. Что-то не помню, что он. Да вон он каждый день читает. В своей комнате, да, тут. Прошанья, знаете, вот ты прошанья. Прошанья, знаете, а вот ты прошанья, знаете. Нормально, отдельное слово очень сложно учить. Из целой картины. Если 99 шлока прошанга получили, я сейчас ничего не могу сказать. Дома совсем не читается, только здесь слушается. Прошанга, ты прошанга. 99 шлока. Сравнение, что ли? У меня там тоже не написано. Прошанга есть референс. Предмет обсуждения. Прошанга есть референс. Ссылка. Ссылка. Референция. Это тогда не про то, что ты помнишь. Now, here, reference of Shastra. Shastra говорит, do this, don't do this. Ссылка на Шастры. Шастры говорят, сделай это, не делай то. That is called Vidhi. Do this means Vidhi, rule. Правило. And Nishedha, forbidding. Запрет. So Shastra does these things. Шастры это делают. Vidhi Nishedha. То есть, вот это. Эван насти прасанга пи. So, if such is the condition of the man of knowledge. Если такое положение человека знания. Тогда he has no connection with the rule and regulation of scripture. Он никак не связан с предписаниями, запретами писания. Эбон насти, эбон. In this way, Таким образом. Насти прасангопи. So, no connection comes of rules and regulation of Shastra. Никакой связи с правилами, запретами Шастра. Куто еще оти прасанджаном? So, where from you can draw this man of knowledge that he is breaking the rules of the prasanga? Как он может это нарушать? Oti prasanga. Oti means going beyond the rule. Он по ту сторону правил. The prasanga. Граматика пропонбак шансдаток. Как? Гоинг. Прошанга. А прошанья нам пропонбак шансдаток анат. Meaning same. Понимаете? Понимаете? Да. Прошанга, прошанья нам. Same meaning. Один и тот же смысл. So, oti prasanjana means, if there is no reference of a man of knowledge with Shastra. Если человек знания не касается, не ссылается на Шастры, then there is no question of going beyond the rule.
нет вопроса о том, что он их нарушает. Пашамбаджаща, випассану нис, гунсам шастра. Человек, которому нужны правила шастр. Тоще башанкета, вот и прошенено, about him, it is possible to doubt that he is going beyond the rule. А только относительно его можно сомневаться, нарушает ли он правила. Почему не понимаешь? You see, Sahoja Brahmin, Shastra says, Tri Sandha, three times you have to do Japa Gayatri. You can never lapse it. Например, Брамин. Ему шастры предписывают трижды совершать Япа Гаятри. No. И он не может это нарушить. All Brahmins, up to our childhood I found that. Все брамины с детства, я помню. He never stopped. Делали это. They sit for doing this. Садятся и делают. So you have to follow the rule of Shastra. Нужно следовать правилам Шастра. Now, if you do not do it, you are going against rule. Если не будешь делать, ты нарушаешь правила. Вот и прошанья question comes. Дает вопрос Ати Прадьяна. But a man of knowledge, he has no rule. Но для человека знаний правил нет. So where is the question of breaking rule? Как он может их нарушить? That is put the question. Вот в чем вопрос. Now opposition is coming. Возражение. Бидди Абхават Но Балашья. Дышьяте Ати Прасанджанам. Сиат Куто Ати Прасангасья. Видья ваве саме сати. Supporting this another. Нет, это не возражение, это еще один аргумент в поддержку. A child, for him there is no rule. Для ребенка правил нет. You see, a Brahmin boy, when he takes this sacred thread. Мальчик-брамин, когда принимает шнур священный, then his rule is started. Он начинает подчиняться правилам. Before that, he is a child. До этого он дитя. For him there is no shastra rule. Нет для него правил шастр. He can eat with right hand or left hand, doesn't matter. Ест он правой рукой или левой рукой, неважно. So be the abhavat, because there is no rule. No balasya dishyate ati prasanjanam. So, for a child, it is not seen that he has transgressed the rule. Сколько для ребенка нет правил, он не может нарушать правила. Сад куто ати прасанджанам. Then, for a man of knowledge, для человека знания, where you can get transgressing rules? Где вы можете найти нарушение правил? Vidya Bhava Same Sati. Both are same. For a child there is no rule. For a man of knowledge there is no rule. Both cases the same. Для ребенка нет правил, для человека знания тоже нет правил. Одинаковый случай. Absence of rules. Отсутствие правил. In both the cases, same sati. В обоих случаях. Being equal. Равно. Then, if for a child there is no question of transgressing rule, then for knowledge also, why you have to talk about transgressing rule?
Если для ребенка нет нарушения правил, что вы говорите о нарушении правил для человека знания? Понятно. Понятно. Да. Но кинчит и балашчет. Сарвам беттиво таттавит. Альпагасшива бидая. Сарвешур нанна дайо. If a child does not understand anything. Если ребенок ничего не понимает. Нокинчит бетти. Бетти значит. Бетти значит. Виды. Разновидности значит. Но бетти не знает. If a child does not know anything. Если ребенок ничего не знает. Сарвам беттиво таттавит, but таттавит knows everything. A knower of truth, таттавит. Познавший истину. Сарвам беттиво, he knows everything. Знает все. Now, in two cases there is no rule. В двух случаях правил нет. Alpagya shaiva vidaya. All the rules are vidaya for little knowers. Все правила для тех, кто мало знает. Alpagya shaiva vidaya. Sarve shuhu. 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 Намматика говорите. Ас. А, потом. Потом. Аптатив. А? Аптатив. Бетхилинг. Бетхилинг. Да. Потом. Аня. Третье лицо единственное число. Да? Ат. Множественное. Да. Шатшатам сюху. Не сорбе асти. Астиста шанти, сорбе шанти. So, those who are little nor, they all have the rules. Мало знающие имеют правила все. No, no, your bio. But, of these two, Бало и Гани. Но эти два. For them there is no rule. Мальчик и гняни. Правил не имеют. Понятно. Сапану браха самартхиам. Дешьясу таттавид яди. Танма шапади самартхам. Натат шапади самартхам. Самартхам. Палам шат тапасо ятаха. Палам шат тапасо ятаха. Шапану браха самартхам гасчасу таттамин джади. If I define a knower of truth as who has the power of giving favor or curse. Если я определяю познавшего истину как того, кто может благословлять или проклинать. Define like that about Tattavit. Если я так определяю его, даю такое определение.
Answer is ответ. Padma Shapane Samattam Phalam. You see? Padma Shapane Samattam Phalam. Because then we shall say no, you cannot say like that. Нет, не так. Because Shapadi, the power of giving favor or caste is not the result of knowledge. Способность проклинать и одарять, благословлять, это не плод знания. Фаламшат тапашаджата. It is the result of tapasya. Это результат тапасья. Это эхо, Сварджи. Это эхо. Да. Я уже давно говорила. Есть, да нет его. Тапаша, какой падает? Пятый. Ты? Я шестой. Да, вот. Сахадра. Почему так, Талибани? Тапаша Фалам. Шестой. Ты шестой. Шестой. Фалам чего? Почему? Сахадра. Полчаса. Танна шапади шамаритан фалам, фалам шат тапаша ваджата. Because result of tapasya is getting the power of caste or giving favor. Потому что результат тапаси, обретение силы проклятия или силы благословения. Таттамит, it does not refer. Это не относится. That is tapasya result, not knowledge. Tattvabhid knows the self, no question of having power. Tattvabhid знает высшее я, это не вопрос способности, сил. Понятно? That does not mean he will not have power. But power comes from tapasya. Prasama is, there is tapasya and also knowledge. Vyasadharati samartyam. Vyasadharati samartyam. Vishyate tapaso balat. Vishyate tapaso balat. Sapadi karanat anyat. Sapadi karanat anyat. Tapo gyanasya karanam. Tapo gyanasya karanam. Now, samasya. It is seen, Vishyate, it is seen that Vyas and other sages had the power of this tapasya. Видно, что Вьяса и другие мудрецы имели эти способности. Сапади карнат аджнат. Now, тапо гьянасья каранам. Now, тапасья has two types. Тапасья двух типов бывает. One type of тапасья is to attain knowledge. Один тип тапасья для обретения знания. Another type of тапасья is there to attain power. Другой тип тапасья для обретения сил. So, sapadi karanat anyat tapaha. So, tapa gyanasya karanam. The cause of attaining knowledge, that type of tapasya is different from attaining power of giving
Карсон Рива. Тапасия ради обретения знает, знания отличается от тапасии, предназначенной для обретения силы проклятия и благословения. So two types, а? Да, Самиджи. You see, this Pangsa did very strong tapasya. Кто? Pangsa, that is Krishna's enemy. Pangsa занимался сильной тапасией. He attained power. Обрел большие силы. And he got the power of thousand elements strength. Силу тысячи элементов обрел. Elephants. А, тысячи слонов обрел. So after tapasya he came and see an elephant. A man like a slap. Immediately it has fell down and died. После тапасии он встал, хлопнул, шлепнул слона и тот же умер. You are seeing the mighty this, right? Such a powerful element. Что такое? Такой сильный слон, я его шлёпнул. Fell down, not only fell down, immediately died. Он тут же упал и умер. Then he became very haughty. И он стал высокомерным очень. He can't touch his kingdom in Mathura. Вошёл в свою столицу, Матуру. Because he did tapasya for one year, very strong tapasya. Год он занимался очень сильной тапасией. So when he entered, и тогда вошел in the king's court, царский двор, all stood in honor of him. Все встали почтить его. But father was king, he was seated. Отец его, царь, остался сидеть. He understood he has become greater than a king. His father did not stand. А он решил, что он более велик, чем царь. So went there to the father and make a kick. Он подошел к отцу и пнул его. You can understand the power of kick. Можете представить силу пинка. Father did not give so much as gave elephant. Может, не так сильно, как слона он шлепнул, но... So he fell down. Отец упал. Maybe unconscious, huh? Без сознания. Then he sat there. И он сел на трон. Nobody dared to oppose him. Никто не смел перечить. Then he was finally killed by Krishna. Ну, в конце концов, Кришна его убил. So that is a type of tapasya. Это тапасья одного типа. He did not care to have knowledge. Его знания не заботило. But Buddha gave such a tapasya to attain knowledge. Но Будда занимался такой тапасией, которая предназначена для обретения знаний. So, Шапади Карнат Натапо, Янаша Карнат. Вот, understood, huh? Двоям я счастье это сиво. Самотхе гьянайор джанихи. Экайкам тутах курбан. Но экайкам лабхате фалам. Then the shasti, we have two types of tapasya. У кого два типа тапасии? Тусива самутта гьянайо джанихи. Джанихи means Брахма. These two, this power, самутта and гьяна. Владеет и силами, и гняной. Но самотта гьянайо, гьянайо джанихи. His attainment,
его достижения. Come both. Both. То и другое. Power and knowledge both will come. И силы, и знания. They can come to Satah Kurupan. But if only one somebody does. Но если только одной тапаси, одним типом тапаси кто-то занимается. Экайкам лавате фалам курбан, who is doing that dwar, get one result. Он получает только один результат. Вот тапасья шур, ну, one тапасья пар, power will get power, if you work one тапасья пар, knowledge you will get only knowledge. Если будешь заниматься тапасией знаний, получаешь знания. Если будешь заниматься тапасией ради сил, получаешь силы. Понятно? Угу. Курбан, Брамашика знаете? Кри. Какой? Думаешь, шатри. Какой кон, как ты падаешь? Второй. Где там ват? Где ват? Ват. Нет? Курбан? Курбан. Курбан. Какой кон курбан? Один желающий. Почему тогда это объект? Объект? Курбан? Первый, нет. Лавон тоже. А как может быть объект существует? Какой там курбан? Почему это существует? Желающий один. Один? Одному. Желающий одному. Это причастие. А может именно дождь чет? Самат Jati bhi vidhi vajjita ha. Jati bhi vidhi vajjita ha. Indate tat tapos pi. Indate tat yata yo. Anya ranisham bhuvalam patai. Anya ranisham bhuvalam patai. Vajjita, who does not follow the rules. Тот, кто не следует правилам. And does not acquire power. И не обретает силы. Will be abused by the monks. Будет оскорблен монахами. Those jatis. Jati means India. Jati means insulting. What is called? Accusing. Объединяться. Then speak ill of him. Презираться.
Самуртина. Какие несовершенные монахи. И cannot do, follow the rules, and does not get any power. Such person will be spoken ill of by the other yatis, other monks. Человек, который не следует предписаниям и не обрел никаких сил, о нем плохо будут отзываться другие аскеты. Антонис. Ответ. Линдате татта попи. Онни рамишам бутарам потай. This margin enjoyment, they always, Onisham is always, always speak against even Tapasyama. Ответ такой, поборники наслаждений обвиняют аскетов. Lots of people, they also... выступает против аскеза. Что это начарел, а? А вот этот поборники, это кто? Тот, кто не следует правилам, или тот, кто будет это? Тот, кто думает все время о наслаждениях. A man did tapasya but could not follow the rules, it does not get power. Others will speak ill of him. Один человек занимается тапасией, но нарушает правила и не приобрел плодов тапасии. Другие о нем будут плохо отзываться. You see, those who are marked in enjoyment, such people day and night even. А те люди, которые покружены в наслаждении, они днем и ночью плохо отзываются о самой тапасии. What is new in it? Что тут нового? Бикша вастради ракшаюр. Бикша вастради ракшаюр. Йоддете бхуватуштае. Йоддете бхуватуштае. Ого, йотиттаме тежам. Vairagya bhramantaram. Very interesting. Now question, Bhiksha vastadi rakshayu. Рокши, вы знаете, что такое фон? Литхилинг. We should protect our arms and etc. Once again. We should. If this Jyotis, ete jyotaya, this jyotis, this sannyasi, bhukatushtaya, for satisfaction of the enjoyment. Если монахи свое удовольствие. If they have bhikshan vastadi, raksham, should gather. Занимаются сбором подаяния, одежды и так далее. Чем занимаются? Сбором подаяния своего удовольствия. Подаяние, одежды и так далее. Then answer is like that. Ого, ятиттам этаса. Oh, what a great... their state of monkhood.
О, велико же их монашество. They are too slow by the way to their renunciation. What? They are too slow. Slow? Slow, slow. Mm-hmm. Movement is very slow. Они медленно двигаются. Because by the weight of their renunciation. Под грузом своего отречения. It is just a... Это ирония, видимо. Irony. Ирония. That, oh, then what a great their monkhood. О, велико же их монашество. They are going slow by the weight of their renunciation. Медленно они идут под грузом своего отречения. They go out, get a lot of begging objects and dresses, etc. And cannot walk very fast to their home. То есть бремя этой одежды, подаяния, собранного подаяния, такое, что они не могут быстро идти. Машины. Мы тебя мы оценили шутку. Машины дорогих. About our monk, I tell. Заодно монахи скажем. Now, Mahamatiru are a good doctor. All Indian people know. He's free, giving free treatment. Один брахмачари был хорошим врачом. Вся округа знала, что он бесплатно лечит. Now, after sannyasa, they have to take 3 days they are staying, begging food. После получения саньяса они должны 3 дня проводить, собирая пищу подаянием. And eat this much. И есть только эту пищу, которую получили как подаяние. Now, as he has gone out from Belurmat, a little distance. Как только он вышел из Белурмата, чуть отошел. People are waiting for him. Люди его уже ждали. Somebody come to my house. Дойдите с вами же, зайдите ко мне в дом. Otherwise, the sadhu will not go to their house. There is no rule of going. Потому что обычный садху в дом уже не зайдет. Нет таких правил, только 3 дня. But it is rule, he is to go. Now, when? Теперь он должен идти и просить по домам подаяние. Then gathered. Purchased a lot of things for him. Они для него закупили много разных вещей. Yes, he should not go any other house. Чтобы он не мог ни в какой другой дом зайти. Calling, he is a simple man. Calling. And he went to their house. Он человек простой, позвали, он зашел. All saluted and brought a lot of things. Все стали ему кланяться, много-много вещей принесли. You know, what is this? Что How can I have come to beg some food? Как я могу это взять? Я пришел пищу немножко попросить. Food means so many things and dab water and all these things. Dab water means coconut water. А там столько всякой еды, кокосовое это молоко и все. Don't bother. Не волнуйтесь. I shall call a rickshaw. Мы there shall put and I shall go все back. Упакуем рикшу, вы зовете, вы поедете. What else he could do? He could not understand what to do. А ему что было делать? Он не понимал, что делать такой ситуации. Put him into a rickshaw, and rickshaw entered to Belurmat. Посадили его в рикшу, на рикшу на Белурмат выехал. All monks laughing at him. Все монахи над ним смеялись. He has gone at least for 3 days to beg food. It is auspiciously to be done. Он вышел на аскезу, чтобы в течение 3 дней пищу себе как подаяние собирать. You are simple-minded, so you don't know that everyone will laugh at him. А он человек простодушный, он не подозревал, что над ним все будут смеяться. So you see, here it is told, oh, he's so slow. Здесь
говорят, да. Медленно он идет под грузом. Бикшаба стадира кюрда, видите? Собрано. Вот это что? Ого, да ты там это сам. Вираджа Бхарамантрам. There is law by the weight of the renunciation. But, thank you. So maybe 2 weeks are in. Будет ли?